Всем здравствуйте! Сегодня хочу приготовить с вами немецкие яблочные блинчики на сковородке. Немцы любят готовить их на завтрак или на обед как десерт. Все как всегда. Просто, быстро и вкусно. Давайте готовить. Для начала возьмем 4 яйца и разделим их на белки и на желтки. Поехали! Взбиваем белок. Вы наверняка знаете, что для того, чтобы белок взбился, нужно, чтобы посуда была сухая, нежирная и чтобы в белок не попало ни капли желтка. Через несколько минут мы имеем пышную белковую пену. Размешиваем желток, добавляем муку. Наши белки взбиты, приступаем к желткам. Нам нужно 4 желтка и 400 грамм муки. У меня 150 грамм цельнозерновой муки и 250 грамм белой муки. Смешиваем. Дальше выливаем 400 мл молока. Хорошо размешали и добавляем 125 мл газированной воды. Это важно, чтобы вода была с газами, тогда наши блинчики будут воздушными и нежными. Дальше добавляем 100 грамм сахара. Можно, конечно, коричневый сахар, кокосовый, заменитель сахара, любой, какой вам нравится. Щепотка соли. И пакетик ванильного сахара. Все хорошо размешали друг с дружкой и вводим белки. Аккуратно соединяем белковую массу с подготовленным тестом. Дальше нам понадобится 3 яблока. Мы их моем, очищаем и нарезаем на квадратики. Добавляем яблоки к тесту, аккуратно перемешиваем и можем выпекать блины. Разогреваем сковородку, наливаем масло, делаем средний огонь, выкладываем наше тесто на середину сковороды и выпекаем наш блин с двух сторон. Вы можете делать блин на всю сковородку, в зависимости от того, какой блин вы хотите. Или просто взять сковородку поменьше. Выпекаем около 2 минут с одной стороны и около 1 минуты с другой. Не забываем смазывать блины сливочным маслом. Наши блинчики готовы. Их можно, конечно, есть отдельно, а можно, как делают многие немцы, оставить в виде блинного торта. Блинчики нежные, воздушные и ароматные. Посыпаем корицей с коричневым сахаром и поливаем медом. Можно, конечно, перемазать каждый блин медом. Яблоки с медом и корицей – это классика. Это всегда вкусно. А в сочетании с теплыми, мягкими, нежными блинами – это просто превосходно. Можно посыпать еще орешками и наслаждаться. Приятного вам аппетита!